Всем привет! Меня зовут Асет Абишев. Я являюсь одним из участников инициативной группы и вхожу в оргкомитет оппозиционной политической партии «Алга Казахстан». Сегодня поговорим о референдуме, который пройдет 5 июня. Это очередной обман, который вводит в заблуждение людей, так как все, что там делается, это изменение названия, больше ничего. На жизнь людей это никак не повлияет. От того, что убирают фразу «Ельбасы», не означает, что он лишается каких-либо привилегий, если посмотреть согласно 46-й статье. Вот, обман продолжается, 30 лет все это продолжается, и мы, оппозиционная партия, которая хотим войти в правительство, занять большее количество парламентских мест для того, чтобы мы могли защищать ваши интересы, потому как 30 лет ничего не меняется. 30 лет сплошной обман. 30 лет меняются только этикетки и названия. От этого жизнь в стране не меняется. Поэтому, поддержав нас материально сегодня, вы помогаете, в общем-то, продвигать собственные интересы, интересы ваших детей, наших детей. Потому как мы хотим изменить жизнь в Казахстане к лучшему и будем продвигаться к этому. Алга Казахстан!